Музыка нашей победы. В Новосибирске прошел патриотический концерт. Барды исполнили песни, которые поднимали дух солдатам и офицерам на фронте. Это песня, которая несет очень глубокое содержание. И еще с застойных времен самый главный смысл этих песен заложен, можно сказать, между строк. Вот кто понимает эту песню, кто принимает те образы, те вот как бы темы, которые поднимаются этими песнями, вот, ну вот те и называются думающими людьми. Со сцены звучали песни, под которые писались страницы военной истории России. Главная тема – Великая Отечественная война. Участники бард-клуба «Гитара по кругу» исполнили композиции Никитина, Городницкого, Акуджавы, Высоцкого.